Завод по производству товарной радужной форели по абсолютно безопасной для экологии схеме строит в деревне Куйтиже компания «Вечерний бриз». Об этом рыбоводы рассказали главе республики Артуру Парфенчикову во время его рабочей поездки в Оленецкий район. Добиться полностью закрытого цикла выращивания рыбы позволяют установки закрытого водоснабжения, так называемые УЗВ. На данном этапе планируем еще один модуль в ближайшей перспективе. То есть там будет выращиваться уже товарная рыба. То есть она будет весом 1,5 килограмма, где-то в районе 300 тонн. Дальше идет еще два этапа, но там уже посмотрим, как. Уникальность нового проекта заключается в том, что форель из УЗВ в открытые водоемы выпускать не будут. До товарного веса ее дорастят в бассейнах. Кстати, икра, из которой появляется малек, в вечернем бризе отечественная, из Адлера. Здесь-то мы видим вообще проект на скважине, на воде, которая постоянно воспроизводится, она очищается. Мы посмотрели весь цикл. Воду в бассейнах до нужной температуры в куйтишском хозяйстве подогревают с помощью газа, пока привозного, сжиженного, что, как рассказали форелеводы Артуру Парфенчикову, невыгодно. Они попросили помочь подвести к хозяйству природный газ. Нужны сети, расположенные неподалеку. Алексей Неживенок, Александр Колобов, служба новостей.